Всем привет! Сегодня у нас рубрика «Подводное плавание». И сейчас мы представляем вам лучшую субмарину в нашем арсенале. Великолепная маневренность, отличная скорость. Активируется от касания с водой. Вот так. Может легко погружаться. Вы ее можете топить, и ничего ей не будет. Это одно из самых важных ее преимуществ. Второе. Она ничем не уступает по скорости и маневренности обычным лодкам. Легко маневрируется. Точно останавливается. Имеет мощную скорость. Выравнивает направление. Это одна из самых мощных в нашей субмарине и лучшая игрушка в водном арсенале. Приходите в военчек. Это субмарина. Ваше самое лучшее решение у нас. Приходите к нам.